Пречистятся Матери всех святых Твоих, аминь. Благодарю Твоего, не победите на Ее, Его испавшийся от злых, благодатная воскресую Тиробит Твоей Богородице, но я поимущая державу непобедимую, от всяких нас высвободит от завети. Радуйся, небеса, не небесная. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Через это они надеялись еще более осмеять учение о воскресении. Потому-то и говорят, все имели ее, думая, что уже после этого ему нечего сказать. А что же Христос? Он отвечает на то и другое, имея в виду не слова их, но намерения. И так же, как и прежде, открывает сокровенное их помышление, частью обнаруживая пред всеми и частью предоставляя обличение их совести вопрошающих. Теперь смотри, как он показывает и то, и другое, то есть, что будет и воскресение, и что оно будет не такое, каким они представляют его себе. Что же он говорит им? Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Так как они ссылаются на Моисея и на закон, как знающие его, то Спаситель показывает, что самый этот вопрос обличает их в неведении Писания. Потому-то они и искушали его, что не разумели Писания надлежащим образом и не знали силы Божией. Удивительно ли, говорит он, что вы искушаете меня, которого еще не знаете, когда не ведаете даже силы Божией? Столько доказательств, которые вам представлены. И между тем, вы не познали ее ни из Писания, ни из общих начал разума. Ведь из общих начал разума можно знать, что Богу все возможно. И, во-первых, Спаситель отвечает на вопрос, так как причиной того, что они не верили в воскресение, было мнение их, что порядок вещей всегда останется неизменным, то он прежде всего устраняет причину болезни, а потом врачует и саму болезнь, так как последнее происходило от первой и показывает свойство воскресения. Ибо в воскресении, говорит, не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. 30 стих. Или, как говорит евангелист Лука, сыны Божии. Лука 20 глава. Итак, если в воскресенье не женится, то неуместен и вопрос саддукеев. Аминь. Храни всех Господь.